Отвлеклась на мобильный телефон, перепутала педали или просто не имела достаточного опыта вождения. Почему именно женщина-водитель не затормозила на пешеходном переходе, полном людей, сейчас выясняют следователи во Владивостоке. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Шокирующие кадры в репортаже Макара Руденчика. На записи с видеорегистратора автомобиля отчетливо видно, как загорается красный сигнал светофора, но водитель не останавливается и даже как будто прибавляет скорости, сбивая пешеходов одного за другим. Все произошло сегодня утром на пешеходном переходе рядом с кампусом Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 12 человек переходили дорогу по этой зебре, и никто не ожидал, что автомобиль поедет на запрещающий сигнал светофора прямо на них. В результате машина сбила 4 человек, 3 из них госпитализированы. Это студентка университета и 2 работников управляющей компании, которая обслуживает кампус. У всех ушибы и переломы. За рулем небольшого джипа находилась жительница Владивостока. Известно, что права у нее с 2003 года, но машину она купила пару дней назад, 14 февраля. И неясно, был ли опыт вождения до этого приобретения. Сейчас женщина дает объяснение в ГАИ. Как так получилось, что она не увидела сигнал светофора и людей? К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и условия, способствующие возникновению аварийной ситуации. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. По переходу, где случилось ДТП, ежедневно проходят 1000 студентов ДВФУ. Движение оживленное. Случаи наездов на пешеходов здесь уже были. У меня один раз был случай, когда вот притормозили очень достаточно так поздно. Хотя зеленый свет был, но водитель гнал. И притормозил так в последний момент. Ну, не, я рядом проходил. Постоянно между корпусами люди ходят. Особенно между парами. Очень большое плотное движение. Неоднократно происходят такие случаи, что сбивают людей. По одной из версий, автолюбительница совершила наезд из-за того, что отвлеклась на мобильный телефон. Также не исключается элементарная неопытность водителя. В экстренной ситуации она могла перепутать педали газа и тормоза. Макар Руденчик, Сергей Торопов и Дмитрий Климов. Первый канал. Владивосток.